Всем здравствуйте! Сегодня пробуем мы с утра баночку. Лося жду или там, или там. В лес здорово отдает. Дождик начинает маленько капать. На улице холодно. Зато можно сейчас без воды ходить. Соплями смазывать. Шнурок, он, наверное, не так будет высыхать. Ну, пока тишина. Сейчас минут 15-20 постою и влево или вправо пойду. Ну что, уже час, наверное, в лесу. Периодически позицию меняю. Двигаюсь по кругу в сторону дома. Периодически звуки издаю, но тишина. Косуль тоже, наверное, штук 5 видел, одну в поле, и в кустах только выскакивали, и все. Сейчас у меня впереди вот такая вот местность будет. Вокруг лес березовый, маленькой осины. Тихо. Ветер начинает расходиться порывами. А у нас тишина. Чего тут только в лесу, в общем, нету. Еще большую косточку находил. Старую, старую. Так-то я вообще шишки собираю. Глухаринные эти. Следы жизнедеятельности. Была тут вода. Летом еще, видимо, ушла. Проходил, так я понимаю, кабанчик. Тут ходил барсук не так давно. Это следы ход у бобра тут был, а может быть и есть кусты. Не знаю, что так можно
провалиться. Тут, видимо, колодец старый был или есть. Какие-то следы есть натоптаны. Не понять. Спускаться не буду, а то не вылезу. Вот он, кабанчик. Блыкался тут. Опять где-то Мишка банку потерял. Второй раз уже где-то в кустах. Теряю банку. Так, тут ее нет. А, нет, вот она. Вот она. Как нашел. А лося здесь нет. А жаль. Пошарюсь тут, пошарюсь и домой пойду. В общем, лось тут проходил какой-то небольшой в том направлении, куда я иду. И бобер вроде все-таки тут есть. Тут сейчас все козлиными следами затоптано. Но где-то по грязи отпечаталась перепонками лапка. Так что сейчас мы будем этого лося манить, все-таки пробовать. Где-то он может чуть-чуть подальше. О, во, лапка. Вот такого размера. Как ладошка без пальцев. Нет, чуть поменьше. Есть тут все-таки, оказывается, место с водой у бобра. Немного, конечно, наверное, воды. Блин, а тут опять глубоко он. Глубина, наверное, канавы по грудь. Сейчас чуть не провалился в яму. Вода есть. Бобер где-то тут тоже, значит, есть. Ух ты, блин. Так, можно сучком насквозь проткнуться. Повезло. Скажем, что повезло. Эх, а лося нет. Ну что? Лось, в общем, пришел, воду попил и, видимо, перешел насквозь. Наверное, тут не так глубоко. Вот еще приходил. Вот их, наверное, два там вышло. Вот так вот тут. Вот это бугор, наверное, или от ямки, или это хатка сделана уже. И куча-куча унос. Барсук раскопал. Разозлил их. Нафиг, нафиг, нафиг. Какие-то они психованные. И там, в общем... Ой, в нос кусило, кажись. Фу, побежали, побежали. Он их, наверное, недавно разозлил. Осы — это плохо. Убежали. Кажется. Все, время уже, наверное, часов 9 примерно. Вот только нашел первый признак свежей березки, еще ломаной. Ну и то как, наверное, недельку, а ей уже высохшая. И все. Ну вот тут этот по молоднику есть, но ломаные старые. В этом углу, значит, он проходит. Так что тут есть смысл попытаться его еще поискать как-нибудь.
Ветер еще все так боковой дует. Если он где-то в лесу сбоку, а не впереди, то он меня почует. Ну, вот такая прогулочка. В общем, глухарей было 6 штук.